Димка, а ну быстро освободи телек. Да, еще чего, я мультик смотрю. Димка, там сейчас классный фильм будет идти. А какой фильм будет идти? Да какая разница, тебе все равно нельзя его смотреть. А почему нельзя? Он для взрослых. Ну и фиг тебе, а не фильм, я мультик смотрю. Я тебя сейчас ударю. Если ты меня ударишь, я начну кричать, и ударят тебя. Освободишь телек или нет? Мультик будет идти. О, козел, все равно же освободишь. Угу, фиг тебе. Знаешь, что это такое? Да, знаю. Фен с носком. Нет, это не просто фен с носком. Это выкуриватель из комнаты. И что? Сейчас, сейчас. Нужно немного подождать. Фу. Мультик как раз закончился. Смотри свой фильм. Ну вот, я же говорил, освободишь. Вовка, а ты слышал, если разбить зеркало, будет несчастье? Да фигня это, Димка. Да нет, не фигня. Да фигня, говорю. Ну на, попробуй. Да не хочу я. А, застал? Да ничего я не застал. Ну все, сейчас начнется. Ничего не начнется. Так что это у вас тут разбилось? Ну вот, началось. Это же мое зеркало. Кто его разбил? Вовка. Ну все, неделю без телефона. Блин. Я же говорил, а ты не верил. Так, сынок, давай, будем кушать. Ну наконец-то, я уже проголодался. Так, картошку я поставила. Поставь, пожалуйста, по кусочку мяса, я сейчас приду. Хорошо, без проблем. Ну вот видишь, какой ты невежливый сын. Что такое? Себе поставил большой кусочек мяса, а маме маленький. Ну да, а ты как бы сделала? Я бы, конечно, поступила наоборот. Я бы себе поставила маленький, а тебе большой, ты же мой сын. Ну, мам, ну я так и знал, что ты так сделаешь, поэтому так и поставил. Вот умник.